Красочные шоу и ощущение настоящего праздника. Со сцены звучали слова поздравлений. Лучших сотрудников из рук почетных гостей награждали благодарственными письмами и грамотами. Генеральный директор акционерного общества «Воскресенские минеральные удобрения» Сергей Дриневский поздравил своих коллег. Вот этот день химика здесь, в Воскресенске, у меня 5-й год. Так скажем, я справляю вместе с вами его. Поэтому я бы, вот, если посмотреть всю историю, как это все продолжалось, я бы вам хотел сказать большое спасибо, что вы когда-то не дрогнули. Здоровья вашим близким, успехов в труде и с праздником, дорогие воскресенцы. Но вопреки обыкновению он не просто поздравлял гостей праздника. На Воскресенском химкомбинате сменяется генеральный директор. С 1 июня на ВМО у нас смена. Я приглашаю и представляю 1 июня нового генерального директора Анатолия Александровича. Предоставляю ему слово, соответственно, для поздравлений. Новый гендиректор, который вступит в свои права с 1 июня, Анатолий Александрович Шаблинский, работал и учился в Республике Беларусь. Последние годы возглавлял предприятие ОАО «Крион». Я очень рад приветствовать вас в этот праздничный день. Теперь вместе мы будем трудиться, вместе развивать наше предприятие. За тот короткий срок или то короткое время, которое я провел на предприятии, я увидел большой потенциал в воскресенских минеральных удобрениях. Полную версию празднования Дня химика вы увидите в понедельник, 29 мая, в нашем выпуске новостей.